Всем привет! Это видео не совсем полноценный урок, а я просто загружаю этот эффект на Patreon и решил немножко показать, как он сделан из-за вопросов некоторых людей, которые писали мне в соцсетях. Я не буду показывать, как сделать эффект целиком, а лишь покажу, как создать некоторые элементы. Потому что такие части, как вот этот дым, который расходится по земле, и магический текст, я взял со своего предыдущего урока про магическую ауру усиления. А вот этот дым, который идет по краям щита, я взял с урока про огненный луч. То есть я взял шейдеры и материал. Поэтому сейчас я покажу, как сделать вот такой шипастый щит и вот эти соты, которые расходятся по земле. Ну, вот эти шестиугольники. Их сделать достаточно просто. Это текстура шестиугольника, которая движется, и плюс маска, чтобы по краям они были прозрачные, становились прозрачные. Текстуру сделать довольно просто с помощью Substance Designer. Эту группу нодов я нашел в интернете. Кому интересно, ссылку я вставлю в описании. Чтобы сделать шипастый щит, достаточно вот такой сферы с размытием фона. А сами шипы я сделал с помощью вот такой текстуры. Само собой, с этой текстурой я сделал карту нормалей. Выставил настройки Texture Type Normal Map и поставил галочку Create from Grayscale. Эти шипы — это простые stretched billboard частицы, которые появляются в форме полусферы. Сейчас я покажу канал Overdraw. Их размер со временем увеличится, чтобы придать такой как бы эффект появления шипов. А в сочетании со сферой размытия они сливаются в один полноценный эффект. В общем, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, потому что будут куда более интересные уроки, чем старые. Ну и пока.